Доброе утро. Ну, у нас доброе утро, у кого как получится. Здравствуйте. Приветствую всех, кто смотрит мой канал. Сегодня на работу не на 7, а на 8, поэтому есть как бы чуть-чуть времени. Сейчас просто еду, еще уже видно, а то как бы еду на 7 на работу, то еще темно на улице и записать видео не получается. А вот сейчас уже светло и есть минут 15. Рассказать вам очень интересно. И вот есть минут 15, поговорим о работе в Польше. Много пишут, много задают вопросов, звонят, как попасть на работу в Польшу, как, где, что. Ну, хочу сразу сказать, что я сторонник чего? Я сторонник того, чтобы каждый сам себе искал работу. В том плане сам я имею в виду без посредников, которые за это берут деньги. И еще и обманывают. Есть, конечно, посредники, которые не обманывают и денег не берут. Но о них я чуть-чуть позже расскажу. Я уже снимал там ранее видео, кто хочет посмотрит, как искать работу в Польше самому, без посредников. Поэтому, как, ну, повторяться не буду, нету смысла то же самое все рассказывать. Какие есть варианты, чтобы найти без посредников. Но сегодня расскажу о вариантах с посредниками. Ох, посредников очень много. Это понятное дело. У нас же работать никто не хочет, ну а зарабатывать на тех, кто работает, это как бы горазд каждый. И поэтому, если кто-то что-то узнал, посмотрел, увидел, услышал, как можно зарабатывать деньги на, как бы на людях, то тут как тут появляются тысячами эти посредники. Ну смотрите, есть вариантов как бы посредников тоже. Ну, разные посредники, разные есть люди. Но могу выделить две такие главные сначала. Вот, посредников сначала поделим на две половины, все. Первая половина посредников, это которая хочет с вас взять деньги, чем больше, тем лучше, отправить вас на работу за границу, это может быть не только Польша, это может быть любая страна, а потом проблемы полностью ложатся на вас. Там уже вы как хотите. Главное, вы заплатили деньги наперед. И все. А там уже что будет, то и будет. Это проблемы как бы ваши. Это первая категория посредников. От таких надо просто бежать. Никаких делов с ними не иметь. Вторая категория посредников. Это те, которые реально помогают найти работу. Реально совпадает с тем, что они обещают. И некоторые из них даже не берут деньги за это. Вы спрашиваете, как же он, посредник, не берет деньги за то, что он нашел работу? Как же он живет? Что же он кушает? Вы не переживайте. За вас деньги заплатит фирма, которая ищет. Какую-то сумму фирма платит этому человеку, и он доставляет ей людей. Даже вплоть до того, что понять, это нормально. Для заграницы это нормально. Потому что я вот, когда я вчера искал там объявление одно, работу, и читаю, там фирма там приглашает там украинцев, там так-то и так-то, там такая-то зарплата, то-то-то-то-то-то-то-то, все описано. А потом написано, что если вы еще кого-то приведете, и этот человек проработает хотя бы месяц на нашей фирме, то вы получите бонус 180 злотых.
вот смотрите, получается, даже так бывает. Ну, посредник это по-любому получает за это деньги. Так, что касается посредников первой категории, которые абсолютно наплевать, что будет с вами потом и как все будет потом. Зачастую они что? Они обещают вам золотые горы. Они обещают вам бесплатное жилье, чуть ли не кормят вас. Просто, ну, как посмотришь на все это, почитаешь их объявления, то, ну, или поговоришь с ними, получается, что вообще тут все медом намазано, и вообще вы миллионером станете буквально за один месяц. Ну, за это, конечно, вы должны дать им от $100 и выше. Ну, такая, как бы, примерно такса, да? Поэтому рассказывают очень хорошо. На самом деле, бывает плачевно. Бывает очень плачевно. Бывает, работу предоставляют, да. Вы приезжаете на ту работу, которую они вам предоставили, вы заплатили деньги, но в итоге вы сталкиваетесь, первое, с тем, что зарплата не та, которую вы вам говорили. Это раз. Потом вы сталкиваетесь и с тем, что еще кушать надо, вам самим это понятное дело. Мало кто кормит в Польше и вообще в других странах. Потом сталкиваетесь вы с тем, что жилье, оказывается, еще может быть и не бесплатное, а надо какую-то сумму заплатить в месяц еще за жилье своей зарплаты, вас высчитывают. Плюс вы сталкиваетесь, что вам дали одежду, вас одели, рабочую одежду дали, и еще с нее вас должны высчитать из первого месяца. И в конце концов так насчитывается, что вы смотрите, что зачем я сюда приехал, и почему я тут, и вообще. Есть посредники с той категории, с первой, опять же, которые... По сути, то, что обещали, то и есть. Все. Единственное, что они берут за это денежку. Ну, это уже... вы сами виноваты. Это ваша, как бы... Ну, не знаю, как сказать. Лень. Или вы не хотите этим заниматься. Почему? Потому что я вот сейчас вечером сегодня сяду, посмотрю объявление, опа, есть для украинцев. Вы мне звоните, говорите, так и так, ищу работу, он мне пишет там, парень, как найти работу, как посоветуйте, где что. А я парню звоню, говорю, слышишь, говорю, $100, и я тебе нахожу работу. Парень, да, вот вам $100, я ему на эту фирму парня отсылаю, и все. Парень работает, я получил ни за что, ни про что, за $100, за то, что я только... посмотрел в интернете объявление. Так что есть еще такая категория. С ними тоже не связывайтесь. Вы что, не можете посмотреть сами объявления? Можете, тем более, если уж вы знаете язык, вы профессионал, то вы посмотрите объявление в любом случае сами, найдете то, что вам нужно. Если же вы не знаете языка, не переживайте, заходите в OLX, сейчас пишут, в OLX пишут сейчас, что это вакансия, может свое резюме на эту вакансию присылать граждане Украины. Так и написано на голубом фоне. Поэтому если вы увидели вот эту пометочку, смело можете отсылать свое резюме туда. Номер телефона давать, украинский давайте, как если вы живете в Украине. И будьте уверены, что вам очень быстро, если вы им подойдете, конечно, вам очень быстро позвонят. И все вам объяснят, и это все будет на украинском, на русском языке, и вас пригласят, и вам сделают приглашение, и вы приедете, будете работать без всяких посредников. Это проверено, это 100%. Я так делал когда-то, 3 года назад. Теперь поговорим о посредниках, как бы, уровня второй категории, которые, на наш взгляд, хорошие. В чем заключается ихняя хорошесть? Эти делают все. У меня случились такие посредники, попались, ну, как бы познакомился, которые в Днепропетровске. Они делают все. Вы приходите, говорите, хочу работать в Польше. Ничего у меня нет, ничего я не знаю, ничего не умею. Они, хорошо, с вас там, допустим,
Ну тогда сейчас, наверное, уже больше. Тогда это было 5 или 6 тысяч гривен. Сейчас это, наверное, уже стоит, может, и 10, и 15. Ну, факт не в том, смысл не тягаться за тем, что как бы в долларах то же самое, просто с нашим экономикой это все меняется, тут как бы ничего нет страшного. Так вот, они за вас делают все сами. Они связываются с работодателем, они, соответственно, находят вам работу, они вам делают и документы, там все, абсолютно все. Вы приходите к ним, там, что они скажут, там, когда, приходите через месяц, там, через пару недель, там, как выйдет. Приходите, они вам дают такую папку со всеми документами, у вас и страховка, у вас и адрес, куда вам ехать, и у вас и кем вы будете работать. Если у вас есть виза, они помогут, нет визы, помогут открыть, есть виза, еще будет. Они вам все-все дают. Вы покупаете только билет, приезжаете по тому адресу, вас уже ждут, и вы благополучно работаете. Такие есть, да. Но опять же, на те работы, что они посылают работать, это в основном самый большой процент, это какие-то фабрики, заводы, плюс водителя-дальнобойщики. Хотя, если вы зайдете на объявления больше, то водителей-дальнобойщиков требуется по 10 объявлений, по 20 объявлений в день. Только одних водителей-дальнобойщиков. И плюс у вас получается, если... И там сразу же написано, что требуется граждане Украины тоже, пожалуйста, пишите. Так что не стесняемся, пишем. Дальше, что еще? Есть еще такие посредники с категории хороших, которые вам находят работу, все помогают, вас встречают, но вы сами не подозреваете, что каждый месяц они получают вашу денежку. Или же бывает, что они вам платят сами, это еще хуже. Или же бывает, что фирма. Вы работаете за 10-12-15, а за вас фирма платит 19, 18, 20 и так дальше. Поэтому получается, каждый месяц вы работаете и кормите еще другого человека. И таких, как вы, ого, и человек ничего не делает, а зарабатывает деньги. Бывает и такое. Так, я уже приехал на работу. Это первая часть видео. Завтра я запишу вторую часть видео, где я вам расскажу продолжение о хороших посредниках и научу вас, как найти работу очень быстро самому, без никаких посредников. Или же, если вы связались с посредниками, то как все себе сделать так, чтобы было бы выгодно вам, чтобы вас не обманули, чтобы была вам и работа хорошая, и зарплата неплохая, чтобы вы не пожалели. Поэтому смотри следующее видео, завтра расскажу немного больше. Пока!